Настя у нас победила в чемпионате истории на предыдущем конкурсе, теперь на жюри. Настя, расскажи нам, кто занял второе место. Второе место заняла Танюша Лихограева. Я поняла, что я ничего не могу оттуда выкинуть. Я вот решила, что я рискну временем, но пусть она будет рассказана так, как она рассказывает. Спасибо большое всем за внимание. Буду рада видеть вас всех в следующих наших открытых микрофонах. Дерзай, дед Лёва. Спасибо большое за то, что ты пригласила в судейство. Ребят, если предоставить такая возможность, делайте это. Я теперь вижу изнутри весь механизм. Я обладаю теперь преимуществами, когда буду рассказывать. Понимаете? Это реально круто. Я очень советую вам поработать с учителем. Катя, спасибо. Спасибо. Сейчас жюри. Так, я поняла, уже заявки в жюри пошли.